Я долго работал на корпорацию Дом-2 и ТНТ. Я их людям сделал огромные деньги. Все руководители Дома-2 и большинство руководителей ТНТ, которые сейчас там работают или работали раньше, живут на шикарных дачах, имеют огромные деньги. Но эти деньги им делал я как артист, как клоун Дома-2. Они не хотят даже обо мне вспомнить. У меня сейчас челюсть выбита, ну, отпала. И я не знаю, где деньги взять на эту челюсть. Всем наплевать. ТНТ, Дому-2, наплевать вообще на тех людей, которые для них старались, работали. На трудящихся людей. Наплевать вообще. Те, кто сейчас находится, неинтересны. Коля всегда был один из топовых персонажей, интересных, в первую очередь интересных. Дело даже не А об все этом, остальные а о сейчас скотском о чем? отношении работодателей.